И всем привет, дорогие друзья, подписчики, просто гости моего канала. Да я рад вас всех видеть на данном видео. И, проще говоря, это уже пятая часть уже прохождения на покемон, собственно, Fire-Red. Так, о изменениях в команде. Все мы покемоны 45 уровня. Глум выучил Тайный Цветок. Перс я ничего пока не выучил, Бустуас ничего не выучил, Нидорина выучил. Есть вроде как Аклафири здесь просто потому, что я частично качался в Рок-туннель. Ну, горный туннель, который находится выше Ливендера. Я сейчас нахожусь непосредственно в самом Ливендере и просто для выполнения некоторых сюжетных квестов. Так как в предыдущем выпуске мы с вами получили Симпозор, в этом мы сможем, ну, по крайней мере, попытаемся, я думаю, так, где мне какой-нибудь сильный покемон с атакой, который сможет подать водному типу. Попробую его стуазу. Ну так вот, в прошлом выпуске мы получили Симпозор в подполье, так скажем, по земному целотору. Сегодня я пытаюсь получить пятый значок, если я успею это сделать за мой отведенный срок 25 минут плюс-минус. Ну, в общем-то, смысл вы поняли. Блин, мне сейчас стол завырвут. Так, ну, собственно, я буду пытаться получить свой пятый значок. Не там, где мне уже привычно в Сахроне, а в Фуксии, да. Просто потому что, я не знаю, это не канон, но просто по Fire-Red можно получить пятый значок в Фуксии и в Сахроне. Ну, конечно, в самой игре... В самой игре прописано то, что пятый значок это в Фуксии. И даже таблица значков сердцевидный вроде на пятом месте после... Блин, я не знаю, как называть четвертый значок, я забыл. А, блин, ну серьезно, давай быстрее. Все, победили, и поэтому я сегодня пойду в Фучу, и ну и поэтому еще потому, что для этого нужно выполнить максимально мало квестов. Чем, например, попросить тот же Гимсофрон, а это сложнее. Это гораздо сложнее. Итак, мы в зоне призрака, как я не называю, а вообще мы в Вендер башни. Собственно, у меня были вот темные очки, предмет, который усиливает темные атаки. А где же вы, темные очки? Да. Да что это? Дайте. Вот Бустуаз. Бустуаз будет в черных очках. И они позволят ему, как бы, чтобы его темные атаки были сильнее. Но я бы предпочел использовать и водные, и темные, так как нормальные и бесполезные. Ну, конечно, можно использовать и защищенность в качестве. Понятно, защиты. Вот. Я пытаюсь этого не делать. Так, что-то, да, что такое? Все. На сфере звук, как в предыдущем выпуске, я приходить не буду. Но я просто, как бы, сейчас буду банально все на X пробел проматывать. Так. Ливендер башню я знаю достаточно хорошо, поэтому мы пройдем ее примерно минут за 10, я думаю. Хотя бы. Так, ладненько, давай быстрее. Тоник. Серьезно. За сегодня это уже третий выпуск по Fire-Red, и если повезет, будет еще один четвертый. Я ввел такую вот как бы, традицию по Fire-Red, но она, конечно, временная. Пока не закончится само прохождение Fire-Red. То, что банально в каждом выпуске я нахожу... Точнее, в каждом выпуске я получаю по одному значку. В первом выпуске я получил первый значок, во втором, второй, значок, третий, третий значок, в предыдущем, четвертый. Но сейчас в пятом выпуске я хочу получить пятый значок, как бы это ни странно не звучало. То есть один выпуск, один значок. По-моему, все логично. Ну, сопутствующий квест. Таким вот там часик десяток доберусь до лиги. Я считаю то, что в принципе шанс у меня есть. Потому что смотрите, видите, по так. Сейчас я пытаюсь получить уже пятый значок вскоре, и это позволит мне, собственно, продолжать играть шестой. То есть за только сегодня я получил четвертый, два значка и попытаюсь получить пятый. И шестой. Да, то есть пусть и Сафрона. Если сегодня смогу получить 4 значка, то у меня останется еще 2. И я не удивлюсь, если их не только получится получить сегодня. Тем более для них нужно понять, что это тушь, и особо сложно это квесты.
тут внизу. Нет, не внизу. Справа. Ну, в принципе, что еще хочу сказать. В этой версии я, как я уже говорил, в самом первом выпуске, я продумал свою команду вместе с вместе с почти всеми версетами. И, собственно, как бы... Мне надо понимать еще одного шестого покемона, но какого я вам пока говорить не буду, это секрет. И вы, наверное, до того, как я понимаю, меня не узнаете. Но сейчас мы, так скажем, мысли по поводу шестого покемона, насколько у меня нет электрик-тайпа в команде. Почему у меня нет фаер-тайпа? Но электрик-тайпа можно легко заменить, просто обучив перса какой-нибудь токовой атаки, которая у нас, кстати, и так есть. Почти все остальные необходимые для какого-нибудь, как я считаю, балансированной темы у нас есть. У нас есть, собственно, травяной глоум, у которого второй тип ядовит. У нас есть бластуаз, который... Так вот, у нас есть бластуаз, который... который водный тип. У нас есть недолина, который сейчас только ядовит, но впоследствии после эволюции станет еще и земным. Активно, а это тоже достаточно хорошо. Плюс у нас есть летающий наш, как бы это назвать, тоже не знаю. У нас есть наш летающий питер, который частично еще и нормальный, ну и чисто нормальный пес. Просто нормальный покемон в команде, я считаю, всегда нужен. Хотя, когда я в прошлый раз проходил не в глюк, на гольке, у меня не было нормального. Дело в том, что нормальные покемоны в прокачке довольно своеобразные. Я не хочу сказать, что это сложно легко прокачивать. Все зависит от самого покемона и, конечно, от тренера. Но дело в другом. Из-за их, так скажем, специализации, так называется, скажу, из-за которой они могут получить много атак, но у них, ну, это дает им, это открывает небольшие границы, но у них, поэтому есть много слабых мест. Какие я говорить не буду, ибо их очень удобно вспоминать и перечислять, и нужно к ним легче пойти логически, наверное. Так, ладненько, перс. Обожаю этот покемон. Перс офигенный. Серьезно, перс офигенный. Ну так вот. И, собственно, такой покемон перс у меня сейчас знает две обычные и две темные атаки. В результате, конечно, я его обучу одной водной, одной электрической и, если возможности, одной огненной. Ну, по одной, ну, одной огненной вряд ли получится, но все-таки вполне возможно. Так, мистер Фуджи, все, я его спас. Почти. Так, круто. Ой, блин, надо плохой поход. Ура, у нас есть плохой поход. Так, ладненько, что у нас тут? Так, просто мы похилились, нет? Да, мы похилились. Мы идем, собственно, в Золотом Сити. Да. В Золотом Сити у нас есть тоже несколько важных вещей, которые нам помогут добраться до пути. Так, и вообще. А что вот с чего? Тут мы можем взять Иви. Так, мы получаем Иви. Девушка, кстати. Ну, да ладно, давайте. Вот у нас Иви, который я вряд ли буду использовать, потому что у нас уже в тиме есть покемон Normal Type. Сейчас я пойду чуть ниже, и у нас там будет... Так, мы пойдем вниз, и, по-моему, как раз-таки в этом доме у нас живет бабушка, которая нам может дать чай. Да. Чай достаточно хорошая вещь, которая нам позволит, собственно, просто чисто так полезная вещь, которая позволит нам проходить сквозь... не стены, сквозь проходы между... Ну, например, вот это тот же самый проход, на который мы раньше пускали. Мы можем его банально пройти. Итак, пошли вперед. Перед нами Снорлакс. Да. Снорлакс. А, нет, нам пока не сюда, нам пока не Снорлакс, это петлюк. Нам нужно просто вот сюда еще. В этот домик. Нам ждем девочка Даст Флай. Флай полезнейшее умение, которое нам потом позволит еще вернуться сюда. Так, господи, контейнер, открыть, полет.
использовать пиджи для какого-то, как быть, наверное, все-таки выход. Потому что я вот это хотела, чтобы не было смысла. Так, и летим в Сурлин Сити. Сейчас скажу, для чего. Нам нужно взять велик, но его давно не взяли. Мы давно получили еще фифлайер, ну просто флайер из, ну, собственно, из Вермиллиона. И сейчас мы... И сейчас мы сможем наконец на нем прокатиться. Но сначала нужно разбить вот этого жирного покемона. Ладно, Снорлакс очень рассержен. Я хочу поймать Снорлакса, поэтому пытаюсь его не... Ё-моё. Пытаюсь его не вырубить. Он серьезно, не знаю, может ход свой всё-таки? Нет, всё-таки да, лучше разрубание. Так, теперь F2, разрубание. Блин, отлично, первый заслон. Ну, это, конечно, плохо, но теперь заслон, это хорошо. Конечно, поймать Снорлакс всё. Нет. Блин, эти чекпоинты, они уже не дают мне. Я в них сам запутываюсь. Да, Снорлакс понял, круто, чё, офигеть. Прокачку Снорлакса оставлю потом, пока я... Что пока я? Пока я туплю жутко как... Не знаю кто. Оставляю Эви. Ну, вообще, Иви, конечно, но всё-таки Эви. Надо уже мне всё-таки... Чё? Ай, так, давай. Так, первый перс. Отлично. Так, ладненько. разрубание, что ли? Мотоциклист кофе, как вы. Мотоциклист кофе, кофе. Он сказал, что на урок мотоциклист кофе. Ужас. Ужас. Так, ладненько. Ну что ж. Чё, вот. Эй. Так, разрубание. Ну, хоть манки вот эти разрубания. Ой, 46. Куда? Мачок. Кстати, мачок у меня хорошего надо поймать. Так, ладно, пока пусть я применять не буду. Ой, поужин. Поужин. Ну, в общем, зелье. Так, опен. Так, ладненько, не дарим. Не дарим, не дарим, не дарим. Здорово. Здорово. Мне очень нравится говорить здорово. Серьезно, очень смешно. Так, ладно, здорово. Здорово. Это очень смешно. Так, все, отличненько. Давай сюда. Вперед. И, в общем-то, мы в Кучси Сити. Это очень круто, потому что мы здесь можем получить наш пятый значок. Но для начала нам бы не мешало получить одну HM-ку. И не мешало бы нам все-таки, знаете, что сделать. Нам не мешало бы отучить нашего перса от разрубания. Ну, ладно, пока оставлю так. Так, у меня сколько денег? У меня 248 тысяч, это вполне хорошо. Так, сколько я записываю? 14 минут, это вообще отлично. Так, подумай, пожалуйста, дома совпали. Да, я хочу поохотиться. Но еще больше я хочу, собственно, найти вот этого мужика, который... Так, кидаем сапальбол. Парасы нам нужны. Потому что парасы приходим держать в основном грибочки какие-то. Это очень хорошо. Грибочку. Камень травы. Камень травы труд, мы сможем тогда прямо тут эволюции нашего Блума, Вайли Блума. Это дорогого стоит. Макси зелье. Бальзам. Бальзам тоже офигенный. Так, экзекут. Ну круто, что поймали тоже, это хороший покемон. Психический травяной, возможно, я его буду качать потом. Три коготь позволит нам
побежал. Сейчас на самом деле офигенный комбат. Виноват. Сейчас мы тебя поймаем. Виноват. Ну какой это сейчас серьезно, виноват, я тебя поймаю. Ну короче, я считаю. Он психически летающий. Ну, блин, он психически насекомый. М47 мощное крыло. Я ищу другой айтем, я ищу золотые зубы. То ли они вставные зубы называются. Вот, золотые зубы, да. Подождите, как мы сюда пришли? Блин, на время вышло, серьезно. Сколько у нас уже? 16 минут. Успеваем. Ничего, успеваем. Блин, нифига мне ловить мандарины, но и так есть мандарины. Так, идем сюда. Блин, чуть не ловить тут. Ну, просто понимаю, что всегда при вступлении в битву сразу нажимать Double Z, то есть Z-Wave. Ну, чтобы, я не знаю, просто привыкнуть. Если не ошибаемся. Офигеть, мы вам дарим. Серьезно. О, не лавина. Тоже получше. Если везет, то можно будет ультинер не лавина, если поймаю. Ну сюда не надо. А еще таки сюда. Блин. Сейчас все мастерболы потратят. Ну, какие мастерболы эти. Сафариболы потратят, серьезно. Понятно, не сюда. О, Додо. Додо поймать стоит, я считаю. Додо хороший летающий покемон, если его как-то подкажет. Единственное, я никогда не понимал, я всегда сбивал стоп, как Додо может летать. У него нет крыльев. Серьезно. И пусть у него очень способность левитации. Ну, то есть, пусть у него конечно левитация, но он... Как любой летающий не уязвил к земным атакам. Я считаю, это как-то странно. Ну что, не сюда, да? Блин, опять один домик, ну честно. Серьезно, нужно найти тайный домик, который там в глубине. Так, ладненько. Все, мне тоже надо едать. Блин, мы поймали недорогой мальчик. Тут был недорогой девочка попался в разнообразие. О, ты им один съездный день. А, бучу потом нашего покемона. Это даже там не нужен. Да, мы поймаем Додо. Мне кажется, мы уже ловили Додо. Или не ловили. Или не ловили. Блин, не забыл. Нет, сюда нам не надо. О, Райхард. Райхард не похож на кинонка. Все, поймали круто, Райхард мы поймали. Если укачать, он может вылететь мощным райдером. Так, идем вниз, вроде как. Мы сюда пришли, да? А, да, мы сюда уже доходили, блин. Серьезно. Мы в первый раз сюда зашли, а сейчас что-то... Потом что-то просто начали жутко купить. Так, сумка, контейнер. Ладно. Господа, забудь, мы сейчас место. Чего? Блин. Давайте место толчка. Сразу там так не пользуешь, я же пользуюсь. Так, а пока пойдем на... Блин, а хотел только пойти на охоту за парасами. Не получилось. Жаль. Очень жаль. Так, ладно, хочу сказать то, что в домике слева от пяти центра можно заставить покемона выучить
Ашенко. Да, полезная. Полезная человек, на самом деле. Так, ну что, пошли в гим, наверное. Уже пора, я считаю. Да. Я считаю, уже пора. Да. Блин, я не пикаю. Да. Блин, я не пикаю. Сажу синий покемон пошли, я считаю, мы даже со мной не прокачиваем. Уже 30-й уровень, хотя, в принципе, ладно. А, опять разрубание. Мне кажется, у них у всех одуванит. Ну, не всех тонится. Чего пение писать в косплее? Ну, я не видел. Перс на 47-м уровне, круто. Так, ну, птица. Юкантиса. Нет, мне кажется, у них у всех низкий дефт, но у сути спец дефт. Нормал тайп это просто обычный тип, это не специальный, и, собственно... Так, подождите, сколько? Так. Попробую сказать дренаж. Хотя я не знаю точно. Эрба. По-моему, легкий прыгок, что ли? Может, антиток? Так, может, прыгает с собой? Нет, ну что? Чёрт, не попал. Не попал, Чё, дренаж? Какие-то круто попали. Так, ладненько, пошли вперёд, что ли. Нам надо сюда. Сенсорж. Нет, я его не изменил. Блин, пойду в сенсорж. Наверное, я его вырублю, в принципе. Дренаж, что своё дело бы мне сделать. Чё-то хорошая абсорбирующая атака. Ну, абсорбирующая, не знаю. Блин, не знаю, там блин. Всё, тут... Блин, я думаю, сейчас увидим. Серьёзно, у меня почему не слабовато для этого? Ну и мув не самый хороший спорт. Ух, так, ну что, это вот последний тренер, но чуть позже вырубим, а пока пойдем в компетицию. Похилимся. Потому что два тренера, по идее, осталось между Тобой и там вниз, до которого мы дошли. Так, вы поставили первым. Ну, однозначно не буду, например, могу поставить какие-то мандарины. Пошли, 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 пошли. Так. Я Ха-ха-ха, кто еще у нас там остался липный? Огромный. Так, здоровый. Эй, смотри, супер петит. Народу. Все, вот он, где. Как раз таки мы пошли в итоге. Только нам надо похилить нашего Нидорина, потому что он сейчас серьезно если так у нас сейчас одно зелье есть. Более-менее. Так, нет. Хорошо, сейчас посмотрим, у кого кофе 37 уровень. Вот не срабатывает. Ворон. Ударный должен нормально сработать, все-таки нормальная атака, самый подряд. Не люблю этот прием. Не люблю. Немножко читерский прием, хоть. Так, плавание. Ай, блин, токсин. В принципе, токсин хорошая атака, которую я обучу в будущем глума. Не глума, например, не дальняя. Потом он будет не дать. Так что же она тут так ходит? Серьезно, мне нормально, почему он не осталось почти. Они не особо атакующие-то, а под ядом они вообще не загрузятся, я считаю. Вот, Алика, попробуем. Да что же за мной ты такой, не так, ну не такой, рыбы. Ну и что там видит? 43 уровень, блин, у нас 45, но у него 43. Чего вот посмотрите? Перс. У нас очень крепкий, когда перс. Ты меня вынудил.
от коги получается свой дурачок. И, собственно, все. Вот так. И прям такси. И выбираемся отсюда. Видео идет уже 25 минут, блин, серьезно. В общем, я считаю то, что мы количество, то есть мы время, которое, по идее, должно стадион на видео потратили, собственно. Что еще хочу сказать? Сейчас мы по-быстренькому получим HM04 и включим в порядок. Так, собственно, в этом выпуске мы поймали Параса, еще не на сафари, а получили тему 45 такси, какой-то не 45, просто получили тему 5 вроде такси, и все. И сейчас мы еще мы получили 2 шинки, 4 эти. Собственно, все, мы пришли в Сафрон Сити, всем спасибо за просмотр, всем пока, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ВКонтакте. Всем удачи и до новых встреч в следующем